Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. С вами Лидия. Мы с вами неоднократно гуляли улицами Лондона, прогуливались аллеями парков, посещали музеи и достопримечательности. А сегодня я хочу пригласить вас на прогулку по вечернему Лондону. Уверена, что прогулка по городу в темное время суток даст вам возможность по-новому взглянуть на известные достопримечательности, монументальные архитектурные ансамбли и отдельные сооружения, освещенные разноцветными огнями. Итак, не буду вам мешать. Приятного просмотра! Напоследок, по традиции, английский анекдот. Секретарша заходит в кабинет управляющего банка. «Сэр, там в приемной вас дожидается один джентльмен. Он уверяет, что вы должны ему 100 тысяч фунтов». «Да? И как же выглядит этот джентльмен?» «Он выглядит так, что вам лучше отдать их ему, сэр». С вами была Лидия. Нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и напишите комментарий. А если вы подпишетесь на наш канал, будет вдвойне приятно. Мы всегда рады новым друзьям.